везде, я продолжал, нормально идет. Кстати, у меня у сеструхи сегодня комп. Захожу в комнату, что-то воняет, ну, это горит, паленый какой-то, знаешь, это вот проводка горит. Подхожу к компу, а он нагрелся, это блок питания именно. Ебать, вообще пиздец. Ну нервы, вырубай, тут горит нахрен. А он у тебя не включается ставить? Кто? Этот комп. Нет, тут, ну, сестрюха, она на нем. Давай, запилим. Вот. Не знаю, там все это делает. Но он стоит собаку около батареи, а поставить по-другому никак нельзя. О, что ебать, так. Ну конечно, все было батарею поставить. Да было в батарею прям монтировать. Надо было в костер его бросить. Прыжкать детки по ним. Я надо там перестановку сделать, шкафу попереть. Ему наоборот свежий воздух нужен, блядь. За окошко. Самое главное, он недалеко от балкона. Я на балкон выкинь его. А дай мне снайперку, ты говорил, у тебя крутая есть. Ты еще помнишь, блядь. Память, блять. На такие вещи у меня хорошие. Халяву. На тебе мы еще пистолет. Запарили. Сволочь. Где? Сзади. На! Что это? Огонь из подворотни. Где ваш? Физикс. Опять началось. Это... Новичок продается. Громоздкий двуствольник. 95 дамага X10. Так, а что нам куда идти? Телепорт? А у нас 138. 132 X8. Ладно, пойдемте. На квест. Так, сейчас выберу. Графика квадратиш парти жгут. Где? Тут. Да ну нахуй, нормальная графика. Не надо. Давайте пойдем сделаем войну кланов. В The Dust локацию. Война кланов, война начинается. Провести повторную промывку мозгов девочки скутера. Лизни подружки. А, Ленни. Лизни. Лизни у девочки. Лэнни, подружки скутера, промыли мозги и убедили стать туннельной крысой. Скутер попросил вас отправиться в холодильник и нанести Лэнни ее любимые... Все время Лизни хочу прочитать. Ее любимые цветы и блюда. Он надеется, что это поможет превратить из каннибала в нормального человека. Да-да-да, чувак, оговорка по Фрейду вообще. Я как тесак, ёпт. Да. Ну что, это опять? Макс Пейн, алкоголик, наркоман и убийца. А также... Пидорасы, пидорасы. О, смотри, начинаю. Спасибо, что пришли меня видеть. О, твоя любимая. Просто эпичная женщина. Легендарная. Ты мечтаешь? Молоко польется. Да, Викс? Чего? Я говорю, мечтаешь о такой женщине? Да, как же без такой женщины-то? Ну вот я не знаю, как... Ну на нее завалился и на подушке. Даже мотор надо покупать. Какая экономия? Давай, и не говори. Так же она, видишь, еще тачки умеет чинить тут. Будет то Нива чинить, ёпта. Да, будет моя Нива чинить. Поэтому ты залез. Ох, пушку давай стоять. Ой, блядь. Зря вы... А чё тут? Газар... Блядь. Кто-нибудь другой едет, я хер знает, куда ехать. У меня квест вообще тут стоит, ёпта, показано, отсюда надо, не? Ну, да. А, ну заберите там, динамит, наверное, нужно забрать. 1-2. Ну все, забрали, пошли, чё. Одной взрывчатки недостаточно, нам нужны символы обоих кланов. Посмотри на свалку, я уверен, там есть, типа, надо кланы стравливать. Назад ехать надо, да? На свалку. Сейчас поедем. О, ещё надо взять.
chose that as their emblem because they love skinny chicks. And they love skinny chicks because they's pussies. О, блин, вот не пойдешь. Baffert's chose a clover as their emblem for good luck. Which be pretty блин, damn ironic once we're done with them. Now that you got all the stuff, head построить диверсию трассы реднеков, ёпта. То есть она трасса реднеком, они так разозлятся, что еще больше что-то там, знаете. Вон, вертолет летит. Давай, собака. А, вот. Это самое последнее. Я не хочу динамит, я хочу пиу-пиу. А че ты слыкаешь-то, а? Поставил. Быстрее, Вик, смотри на свой физик, ёпты. Неки это типа эти работяги что ли? Да. Как это там стыдно. Сзади какой-то пидор летает, блядь. Где кто летает? Бля, хуй ты так попадешь в него, бля. Где моя снайперка, нахуй? Да, вот он, ай, блядь, кто по мне стреляет? Да он летающий, пида. Ааа, блядь, долетался, ублюдок. Как говорит, что из космонавт ебаный. Я слабо. Стратосферище ебаное, да? Да, знаешь, не запернуть, я уже взорвать и пытался. Так, а нам надо где мой лимузин? Мне же Сережа звонил, звал бухать. Сережа, блядь. Сережа звал. Ой, блядь, нам надо отсюда ехать далеко-далеко. Пойдемте, брат. Где что-то записать? Сережа звал побухать. Ну ты сейчас звал гулять, говорит, пойдем куда-нибудь. Я говорю, куда? Говорит, ну сегодня же пятница, я говорю, че? Не ебет. Не туда ты едешь, старец. Здесь тупик. Заебись, молодец, блядь. Водила, блядь, ебаный урод. Будем ехать так, ууу, в канал, блядь. На тебя пристрелить, что ли, суд? О, прикольно, пистолет такой же, типа, смотри. Стреляешь, стреляешь, стреляешь. Ну, ебало. Блять, а где тут нахуй? Нету машины, блять, что ты заебал? Блять, и куда ж вещь? А, вон там есть. Ебать. Вон, видим тачку. Да я думал, мы срежем. Все так думают, ебано. Срезал, епты. Во всех кино так бывает. Прикинь, что в реале купил себе тачку. Да, давай срежем путь. Какой-нибудь канал, да, ебал в пробку. Ну что ты вызываешь, что ты там дрочишь? Ну трактор вызвал. Скалопульта. Безумный что ли снова в деле, да?
туда, вот налево, блядь. В другую локацию надо, портал, да. Ой, сзади машина, блядь. Что с ней, расщеплять, убивать. F зажимать. Хорошо. Это две кружечки чая, запас. А, я, и что делается-то, блин? Слушай, всё толпы. Вон нам Воли Лэнс. Только, блядь, не прыгай. Вот, назад. Ну вот, изымаемся. Изымаемся. Сами себя источи. Так, что тут есть? Сам он бизи, блять, это все. Что ты меня подъебал? Даже как бы. Как бы. Нихуя себе, урон гранаты 1459. Ну че тебе сказать, четко, блять. На три четко. Она не рассыпается. Так, ну что, пошлите? Не рассыпается на атом. Он где-то уже пиво взял. Да, потом в чемодане было. Юридиум. 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 Редим. Редим, блядь. Так что у нас тут? Клана война начинается. Устроить диверсию в святых духах. В святых духах, блядь. Сначала будем заниматься мародерством. Мы всегда им занимаемся. Это наш хлеб с маслом, блядь. Грабим дома поселения. Ну какого штольца будет погоняло нашей банде? Штольцинатор? Штольцинатор. Какая такая еще банда? Вот она, трое уже банды, ёпта. За банду больше дают. Блять, а ты этого боишься, ёпта? Ты какой-то нелихой штольц, блять. Да, ты потомок великого, блять, народа. У тебя там знак СССР, блять, на спине. Коммунизм, вся хуйня, ебать. Это животные, блядь. А, сука, ебать, он крутой. БДС. Нихуя себе, он ебал. Вещи снял. И мне. И мне еще и все хп. Ох, блядь, я его убил. А я ему переебал на 9000 критом, нахуй. Ну, сука, блядь. Что, снеси, если ты умрешь, мы не будем по тебя оскорбить. Ебать, он мощный. Сдох? Почти. Да. Да не ты. Да. Ай, блять. У него еще это сам. А, пизди. Ай, блять. Тебя ебнули, потому что ты был недостаточно жаден. Недостаточно крут, как бандит. Да как бандит. Ну мощная снайперка, ебашь, это сейчас заебись. Я тебя хуйни не подгоняю. О, прикольно, в ухо, на, блядь, притом. В ухо, это жесток. Ну там какие-то вещички есть. Я не могу удержаться, я должен помародерствовать. Что с тобой случилось? Тебе пропал дух еврейства, что ли? Прикольно, если на работе South Park зырили, короче. Как раз была эта серия про то, как типа когда. Почему типа богатые мужчины, короче, типа, постоянно занимаются сексом с разными женщинами, короче. Эксперимент проводит, такая мартышка сидит в клетке. И такую пушку факт выебал и кидает. Она типа, давай всех других мартышек ебать. Потом ее жена приводит, типа. Жена такая со скалкой пришла, мартышка, короче. А потом совет этих ёбарей, короче. Типа, заводил такую фиху, что типа на самом деле их заколдовал. Пришелец колдун с Марса, короче, они не давали. Да-да-да. А почему же, да? Почему же они так делают, да? Ой. И один такой мужик что-то говорит, да вы же понимаете, зачем, говорит. Вот так, арестовать его, посадить нахуй, он заколдован колдуном, блин. А потом кто там его? Стэн вроде убил, да? Или кто-то из этих.
Колдун, сука. Ну так думаю, нужно взять технику. Ну как тебе прикрывать сюда. Что-то родители тебя не понимают, надо вымазать все стены говном. Самое интересное, это сработало, сцен там пытался поговорить, не сработало, короче. Ветки такие ебанутые, это уже наше вино, да. Как этот баттерс? Сколько там, несколько литров говна? Галлонов говна. Читочку кто-то не пахнет. Мы выманим твоих родителей, а потом смажем все стены говно. У Картмана, короче, у тебя все одинаковые идеи, короче. Это возле святых духов, это квартира семьи Заффордов. Ну как они разозлятся, что-то там. Лучше отойди, там будет зрелище, блядь. Ой. Что тут, блядь? Сейчас ебет. Я динамит поставил. Теперь нам осталось что-то. Туалет? Туалет. Дом раздумий. А, типа этот поставить надо. Микрофон, блин, тебе не голова. Это символ Роднекра. Чертовы ублюдки опять хотят здесь дилей. Вы еще пожелаете, олохи, еще связались с Миком Зоффордом. Это типа Шотландия, ой, этот как его. Да-да. Похоже, он рассердился. Ударов по Роднекам его что там. Стоит всех бойцов, кстати, не искренний клан Роднеков. Хочу кровью выпивкой и пулями приходите в бар святые духи, блять. Пойдем в бар, наверное, что там. Ему дробаш. Самое оно для бара, блять. Надо бы локацию, что ли? Угу. Да, типа данжик, короче. С этими с клеверками, нахуй. С помощью фазалс. Блэкджеком и шлюхами. Угу. Я даже не знаю, что такое блэкджек. Ну знаешь, тебе покажу. Ой, блядь, ну и хуй ты стал, мужик? Ну да, здесь. Блядь, кто-нибудь назад отойдите, заебали, прижали меня, нахуй. Чё? Заливаем бабки. А, блядь, игроман хуев. Вот тут есть парад, блядь. Толчки. Че это? А, джекпот сорвал? Из Иридиума. Ну чё, пойдём? Джекпот сорвали. Чё, Амазон с меню пойдём. Got some health here. Что это уже пиво тут ищет? По холодильникам чуваков. Какой-то у него бар за трапезный, блядь, на туле. Ай, бля, я застрял. Что делать? На твой тонкий вкус он говно, да? Медведь тут у него сидит. You didn't see the bastard who destroyed my distillery, did ya? Шляпи зеленые. Ты ж нарлани, да ебаный, ну. Да-да-да. Зацени этот бой, этот, блядь, бандит бухает, сидит. Угу. Здорово, бандит. Эй! 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 Эднек, уничтожили мою перегонную установку. Все. Перемирию конец. Искать хранилище, поговорим. Типа мы, блядь, сломали им самогонный аппарат. Это трагедия, блядь, трагедия. Бывает, блядь. Трагедия. Быстрее тачки, голодранцы, взрывы. Обычный день на Пандоре, блядь. Go build fire, follow me. А что там внизу? Вот смотри, чуваки, тут есть скрам написано. Что сделать-то надо, я понял. Закрыто, блядь. Следовать за Миком Замфордом нужно, блядь. Куда он идет? Ну вон он, блядь. Ирландцы! Прикольный народ. Реднек убил моего брата-счастливщика, мы заключили перемирие. Но после того, как они
Война снова начинается. Блин, за вояка видел вояку, не? Где? Блин, вояки их не ходят. Такие в шапках, нахуй. War is the answer. Скрам. А как скрам переводится, не знаешь? Не знаю. Опять по туалетам. Шарюсь. Я знаю как. Я там все обыскал. Опять по туалетам. Уйта. Хуй волына, именно. Волына. Война кланов. Взрывчатка от Замфордов. Костовая шмотка. Добраться до гоночной трассы. Надо, блядь, на гоночную трассу шпилить. Она в твоем этаже, смотри. Блять, какой еще второй этаж, заебал. Ладно, нажимайте. Я уже бежал оттуда, че тут? Все, спиздить. Что ли свернулся, да что ли сенатор вернулся? Еврейский киборг, блять. А ты пишешь? Да. Опять, блять, да. А ты просто раз в дни все залил, что ли, да? Почему все? Нет, по-моему, там нету конца, как мы заканчивали играть. Да? Да. Залилось. По-моему, там еще не было, блядь, несколько. Время пропало. Значит, его и нет уже на конце. Я все удалил. Мне казалось, все залил. И чё, кто-нибудь твои эти видео смотрит? Галимый. Я. А еще кто-нибудь? Кирюха еще раз. Два человека, что ли? Да нет, там кто-то смотрит, кто целых 6 штук. Да? Нихуя себе 6 штук, ты говно смотрел 6 раз. 6 человек вообще. Может быть интересный наш. Ну и дебилы, блядь. Чёрт. А куда я? Не пизди, я охуенен. Ну да, ну да. Ну назад надо ехать. Блять, что, если не едь в яму опять? Да, в яму. По хардкору давай. Че ты очкуешься, слушай, ты Кириха. Я тебе посоветую всякого для слабаков. Если прыгать, то в яму. Нахуй ты вылазишь, да? Да, он здесь. А, садись. Он не садится. Сука. Вот так вот оно работает, блять. Если не смотрели передачи по телеку, что говорят, что типа титановые ребра стоят не вариант, короче. Типа утонешь? Нет. Блять, ванник. Нет. То, что говорят, то, что, короче, кости, они не просто так, они там, короче, выделяют там, ну, некоторые, ну, ребра, по-моему, нет. Там красный костный мозг у них, во-вторых, короче, они так, типа, эластичная вся фигня не повреждает органы, короче. А если, допустим, у тебя были бы титановые ребра, то они бы скорее это все попереломали, короче, когда ты ими бы стукнулся. Понял? Понятно. Если ты не Росомаха. Блять, тебя кто-нибудь ебал бы, ты бы там охуел от боли, блять. Кстати, надо и сердце титановое тоже. Ты должен быть Росомахой. Не знаю. Ты нас водила, блядь. Давай нахуй. Надо вот по кругу объехать, смотри, что это, блядь. Не в стену таранится, блядь, а по кругу объехать. Как ты объедешь, я смотрю. Блядь, что слепой, что ли? Карту включи, блядь. Видишь, дорога нарисована, для особо продвинутая, блядь. По кругу, нахуй. Кольцевая трасса. Ты что направо сдавал, а? Так я думал, туда я ехал. Это гоночная трасса, типа. Сейчас скажу, такому нас не учили. Да? Ну, наверх забраться, походу. Угу. Да, понял. Походу. Текстурь ебаный застрял.
Не, нифига, не наверх, надо было просто ехать. Но тут все равно есть какая-то, блядь, хуйня, я туда сбегаю. Мало ли, блядь. Беги, беги, коротышка. Заеби рот. Коротышка, блядь. Вон, в ящике, блядь, какие-то. Все, я уже спиздил базук. Нахуй с тобой. А сколько у тебя что за мага в твоей базуке? Сейчас гляну. 3560. Ну это 2400. Значит. Hey, what you doing out there? Double checking all the fireworks? That's cool, man. I already done that. Thanks, though! Ты что, из бизнеса их? В кузове. Все, мы поставили взрывчатку. Назад нам надо их. Теперь, теперь надо на хорошую точку обзора попасть. Окей. Это там вот детём обрал базу, папа. Прикольно, они по земле так видели. Тём заскочил. Заебись ты повёз, блин. Вот, лестница есть. Какой-то мужик сидит. Да что ты его сразу убьёшь? Пускай бы сидел. А я думал, что это... Гонка начинается, реднеки, 3, 2, 1. А там только базуку дали, да, Тём? Гонка началась, подрывай динамит, когда будут рядом с ним. Подожди, сейчас мне предки звонят. Алло. Вот, хуй ты меня отключаешь, блядь. Что я эту хуйню сделал, блядь? Взорвался слишком рано. Я не отключил, мне предки позвонили просто по скайпу. Да, он сейчас их займёт. Машину надо подбить с базуки, нахуй. Ещё проедет, блядь. Готово. Что ж сделал? Откуда я знал, что надо было? Я думал взорвать его. Кни меня. Если ты на все кнопки, блядь, сразу не жал, как увидишь. Я подумал 2 секунды, блядь. Это не саппорт стайл. Мы не ищем легких путей. Да-да, надо так мультик снять, что это такая красная кнопка большая, короче. Все, мир уничтожен, ебать. Все правильно сделал. А где эта машина осталась, что ли? Я ее взорвал. Около динамита. Блядь, ну ты молодец, пиздец. Водила, блядь, хуев нахуй. Ну так даже интересно. Приключения, блядь, вся хуйня. Сейчас тачку он пригоню. А сейчас-то нельзя пойти, что? Да куда пригоним? Мы уже где и ты, ёпта. Я тебя вижу, я гоню за тобой по скалам. На-те, на-те! Подкрадусь к тебе в инвизе. Штольц, обернись. Ты мимо машины пошел. Вон машина. Вот что это такое. Ова. Заебись, уже ты цок у меня. Нихуя себе тачек.
Че-то две вызвал, поехали на одной. Ну поехали. Блять, ну куда? Гений, блять. Тебе аватар надо, такой джинюс, короче, да? Скайп. Да, вот опять к этой бабе. Че там пиздит, я не понял, че. Ой, там был, блядь, этот караван, чуваки. Гиде. Мы уже уехали мимо, блядь. Там сзади караван с этой ехал, блядь. Mm. С ящиком патронов. Вернее, патронов, блядь, пушек. Уничтожить гоночный автомобиль, однако, в конец задания. Ой, тут квест какой-то появился. Новый квест «Война кланов». Это воспламенение сообщения проклятых псов. Добавить всех подряд. Что-то... Ой. Ой. Вампирские гранаты продаются синие. Ну нахуй, пидор, блин. Ну чё, поехали квест брать, хули вы там телитесь. Штольц, прыгай в коляску. Уи, уи. Провалился куда-то. Меня женщина толкнула, поехали. Вон машина, Тёма, за ней. Да. Да, блядь, она не догоняет. Она. Ой, они вниз. Типа, как их подторонили, бля. Так, нам куда, на треугольничек или на... Нет, нет, квест взять. Доехать я хз сразу говорю. И водитель не умею. Блять, куда я приехал? Сразу от ответственности, да, нах, снялся. А там, где мы были, блядь, нам нужно. Ебать, я думаю, знаю, где мы были. Ну, туда направо едь. Я дорогу не смотрел. Да, там тачка еще стоит. Вон, вертолет, блядь. Вертолет, собьем вертолет, нахуй. Иди сюда, сука, блядь. Надо, блядь, диски было брать. Ты хуй нихуй попадешь, блядь. Блядь, ты заебал! Специально, что ли, блядь? Экстремальное вождение. Нет, бесполезная хуйня. Нормальная хуйня. Блядь, как тут карта? О, я попал в него, два раза попал. Так, мы тут, нам надо тут. Вот я его ебанул, нахуй. Вот там еще эти... паучки. Блядь. Тема водила. Да, вообще пиздец. Охуенный водила. Я ж привез, спасибо. Специально, наверное, блядь, сука, ездит так. Ну это дед, блядь, с балалайкой. С одной ногой. Лень, нихуя себе, дядя. Без ноги. Это Валуев, лень, реально. Ебло такой же, как у Валуева. Отец просит тебе помочь. В той войне, это они все подробности сходят туда, теперь надо этих мочить будет. Не-не-не, татуировка сердца написано «Мама». Любит мама, а что ты хочешь? И... Все... Это, наверное, муж этой самой женщины. Ну, брат, до тайника. Это старый Штольц. Усатый. Так, ну поехали. У один водила хуже другого. Да подожди. Блять. Нам нужно опять ту локацию, где эти, блядь, роднеки. Не сюда нам. Пойдем. Погнали. Да.
А, ну вертолет, сбить вертолет. Блин, кто так воет? Вертолетчики, бля, вон там деньги сзади собери, что ли? Деньги не слышу. Вертик, ёпта, летит нахуй. Поехали, девчонка, кататься. Где это мы? Давай дальше поехали. Так, подожди, а куда нам? А, туда? Я тут одно место, по-моему, куда можешь поехать. Опять к Блэк Джеку и шлюхам.